Уважаемые смоляне, скорее всего, летом 2014 года вы покинете наш город, чтобы отдохнуть и насладиться летом в каком-то другом месте. Я вас могу понять, но вы 100% к сентябрю вернетесь в родной город-герой. И 23 августа я вас с удовольствием приглашаю на туристическую базу Ерман, где состоится 4-й фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Приходите, будет очень интересно, зрелищное шоу в больших объемах.